Всем привет, дорогие друзья, с вами папа и Максим. Сегодня мы будем распаковывать подарочный советский набор игры World of Tanks. Давайте начнем. Первое, что входит в него? Код... Бонус-код на получение уникального танка БТСВ и премиум-аккаунта на 10 дней. Отличительный знак игрока World of Tanks. Специальная табличка для автомобиля «Мешает мой танк». Огромный настольный коврик. Эксклюзивную бандану трансформер, который можно носить более чем 10 способами. Огромный двусторонний постер с артами из World of Tanks. Уникальную игрушку с изображением легендарного S3 и специальную подставку. Давайте начнем. Сейчас скажу, что купили мы этот подарочный набор в магазине 1С, за который он стоит 3000 рублей. Давайте откроем. Так, что у нас идет? Что у нас идет сразу? У нас идет, так понимаю, постер. Да, это у нас идет постер такой большой. Потому что на камеру не помещается. Давайте я приподниму камеру. Такой постер огромный. Вот так. Вот, видно. Давайте его вернем. Исходное состояние. Ой, у нас что-то упало. Так, это, я так понимаю, так называемый бандан. Не знаю, как носить, инструкция. Так, это я не понимаю, что такое. Давайте я, наверное, сейчас отверну, чтобы посмотреть. А, на задней стороне. Так, это у нас значок. Но это не для автомобиля. Дальше идет самое интересное. О, кстати, упала кружечка с подписью S3. Сам танк S3. Классная кружечка. Ну и самое вкусненькое. Это, так, опять здоровенный коврина. Мне прям аж приходится камеру доставать без конца, чтобы вам показать его. Я еще смотрю. Такой здоровенный коврик. Очень большой. Правда? Ах, камера не хочет ставиться. Давайте его тоже сложим. Ну, я вот так сложу обычно. Так. Это у нас бандам, или как, я не знаю, как он называется. В пакетике запаковано все. Так, значок маленький с видом игры World of Tanks. Надпись «Мешает мой танк». На липучках держится. Самое вкусное, ребят, наверное. Самое вкусное. Это бонус-код. Это самое лучшее, что есть. Он чуть-чуть помятый? Ну да ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Все, больше тут ничего нету. Пустая коробка. Тю-тю. Вот такой у нас была маленькая распаковочка. Давайте еще раз пройдемся, что у нас входит в набор. Это кружечка с танком S3. Я не знаю, как это называется. Типа, я не знаю, что это такое. Значок, короче, значок World of Tanks. Постер. Тоже очень большой. Так, как надевать? Как она? Банда. Сама банда. Самое лучшее, что здесь есть, это бонус-кодик. Хотя можно его отлепить? Нет, до монетки. Я не буду его сейчас стирать при вас. И сзади есть такая мини-наклеечка. И даже видно отражение. Не знаю, видно на камеру, нет? Так. Присоска мешает мой танк. И коврик. Очень здоровенный коврик. Как вам нет? Этим ковриком можно тут, не знаю, наверное, мышек 5, наверное, разместить, как вам нет. Вот такое вот подарочное издание. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Пока-пока. Ой.